Очередная распаковка в мастерскую. Сезон. Приходят довольно-таки цельный коробок. Вот характеристики. Взял самый минимальный, дешевый, ну и бенчина. Подставочка для калибровки. Ну, драйвера. Вот такая вот инструкция. Так, драйвера пока уберем, пленочку уберем. Будем вставлять. Крышечка снимается, чтобы туда пыль не попадала. Убирается. Теперь сам держатель. И, собственно говоря, так вставляется микроскоп. Не сильно он, конечно, высоко поднят, но рассмотреть хватит. Где-то 1,5 метра кабеля. Включилась подсветка. Ну и определилась, как HD камера. Далее будем устанавливать драйвера. Ну и потом включение уже на компьютере, как и что он видит. Ну и вот, собственно говоря, то, что он видит. Пока втянем все это дело. Добавляем подсветочку. Так. Процессор с повреждениями. Еще меньше сделать. Нет, нельзя. Но в принципе уже можно маркировку полностью рассмотреть. Так, вот то, что видно. Детали видно, дорожки видно, и это уже хорошо. Можно записать видео, фото с каким-то определенным участком, если есть какое-то повреждение. Так, ну, и вот здесь чуть-чуть отдалить надо, еще резкость навести. Надо штатив повыше. Ну, в принципе, неплохо. Так, проведем сейчас резкость. Мелочевочка. Небольшая задержка, конечно, есть. Но такого в очках не увидишь. Конечно. Прикольная вещь.
паста. Ну, в принципе, неплохо. Попробуем какую-нибудь денежку посмотреть. Да, это, конечно, не профессиональный, но тем не менее. Вот такой вот рисунок. Попробуем поближе. Вот так вот он увеличивает резкость. Довольно-таки неплохо. Ссылка будет в описании.